В Омске мужчина чуть не погиб, пытаясь спасти свою квартиру. В Ленинском округе из жилого дома эвакуировали 11 человек. Горела двушка. Сотрудникам МЧС потребовалось 7 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Однако потерпевшие все же есть. На месте происшествия побывали наши корреспонденты. Очагом возгорания стала кухня, предварительно установлена. Собственник квартиры занимался ремонтными работами, какими пока неизвестно. Возможно, контактировал с легко воспламеняющейся жидкостью. Пятна на полу стали основанием версии дознавателей. Мужчина был дома один. Его супруга Галина узнала о произошедшем, когда ей сообщили, что муж в реанимации. У него 18% ожогов тела. Первая-вторая степень, рука, плечо, 18% поверхности тела и диагноз ожоговый шок легкой степени. У Галины своя версия произошедшего. Женщина считает, что причиной возгорания стал старый холодильник. Он достался паре в наследство. Возможно, предполагает женщина, механизм дал сбой. Причем точная причина пожара станет известна после проведения экспертизы. Огнеборцам удалось предотвратить переход пламени на другие комнаты. Повреждена только кухня. На момент прибытия пожарных шел дым из квартиры, наблюдалось сильное задымление в подъезде. В результате пожара повреждена мебель, бэушные вещи, домашняя техника на кухне на площади 10 квадратных метров. Закопчена квартира на всей площади. Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. В МЧС предупреждают, неисправные электроприборы – частая причина пожаров. Техника – потенциальный источник опасности. Поэтому проверку оборудования на пригодность лучше доверить специалистам.